Статья 95 Семейного кодекса Российской Федерации. Обязанности внуков содержать дедушку и бабушку. Нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга, бывшего супруга, имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами.